праздничные дни в Десногорске прошли спокойно. Чрезвычайных происшествий зафиксировано не было. Инфекционные заболевания фиксируются на обычном уровне, что говорит об общей благоприятной обстановке в городе. Уборка мусора и твердых бытовых отходов проводится в штатном режиме, согласно графику. Уже сейчас принимаются меры по подготовке города к осенне-зимнему периоду. Смоленская атомная станция готовится и проводит гидравлические испытания второй магистральной тепловой сети. Мы параллельно готовим и завтра проводим гидравлические испытания магистралей 2, 4, 6 микрорайонов. В связи с чем с сегодняшнего дня горячее водоснабжение в этих микрорайонах будет ограничено. Мероприятия города представлены предстоящими акциями и концертами. 17 мая в историко-краеведческом музее 3-го микрорайона состоится всероссийская акция «Ночь в музее. Занавес открывается». Также в этот день Десногорск принимает смоленскую благотворительную кинонеделю «Детский киномай». В 12:30 в Центре культуры и молодежной политики состоится встреча с творческой группой, актерами театра и кино Андреем Носковым и Анной Гурковой, писателем-астрологом Тамарой Глоба, художником анимационных фильмов Мариной Курчевской и писателем Анной Трескуновой. Кроме этого, 18 мая состоится областной конкурс «Музыкальная семья-2019». Мероприятие будет проходить в Десногорской детской музыкальной школе. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.